Многоквартирный жилой комплекс на улице Западной в селе Витязево можно назвать социальным проектом. В домах 132 квартиры, 82 из них для детей-сирот выкупит муниципалитет. Ответственность застройщика – сдать объект в срок. Сергей Сергеев приехал, чтобы убедиться, стройка работает. Мы здесь 80 квартир покупаем для сирот. Поэтому мы должны до Нового года его успеть выкупить эти квартиры. Но время еще есть, октябрь только начался, лишь бы погода не подвела. Площадь квартиры не менее 34 квадратных метров. Мэр опытным взглядом оценивает планировку. Удобное расположение комнат, балкон. Кстати, сдадут квартиры с чистовой отделкой, обои, ламинат, кафельная плитка и сантехника в ванной комнате. На территории уже проведены работы по прокладке канализации, установлена новая электрическая подстанция, прокладывают проводку, устанавливают металлопластиковые окна. На финальной стадии прокладка водопровода. Сергей Сергеев осматривает большую дворовую территорию и остается доволен. Места здесь хватит для установки детской спортивной площадок, оформления зеленой зоны и парковки. Благоустройство предусмотрено застройщиком. Рядом с домом школа, магазин и детский сад. На соседнем участке по генплану предусмотрено строительство поликлиники. За последние годы реализации программы «Дети Кубани» такого объема жилья для детей-сирот в Анапе не выделяли. Благодаря помощи краевых властей на условиях софинансирования на реализацию проекта направлено без малого 100 миллионов рублей, что позволит практически полностью закрыть социальную очередь.